Что такое лавровый лист? Какими полезными свойствами он обладает? Как и при каких заболеваниях можно использовать сушеную пряность? И когда следует ограничить ее применение? Обо всем этом мы расскажем вам в нашем выпуске. Лавровый лист – это высушенные листья дерева лавр благородный. Его уникальной особенностью является тот факт, что продолжительность жизни дерева иногда достигает и тысячи лет. Вероятно, одной из причин этого является высокое содержание эфирных масел и других соединений, которые препятствуют более скорой гибели дерева. Поэтому оно, вырабатывая защитные вещества, препятствует проникновению и размножению болезнетворных микроорганизмов. Таким образом, лавр длительно и полноценно растет. К числу полезных веществ в составе листьев относятся следующие компоненты. Валериановые и уксусные кислоты, витамины группы В, А, ПП, С, ценное эфирное масло, дубильные вещества, марганец, железо, калий, селен, цинк. Конечно, это не весь перечень полезных веществ. Кроме них, листья богаты натуральными фитонцидами для уничтожения болезнетворных бактерий и микроорганизмов. Как использовать лавровый лист? Обычно рекомендуется добавлять его в конце приготовления блюда и убирать затем через 5-10 минут. Так можно избежать появления нежелательной горечи. С лечебными целями готовить отвары нужно по другим схемам. Далее приведем несколько примеров лечебного использования лаврового листа. Отвар следует готовить из 5 крупных листьев на 1 стакан кипящей воды. После остывания его нужно процедить. Готовым настоем можно протирать лицо в летнее время. Поры будут сужаться, а веснушки бледнеть. Следует лишь ориентироваться на реакцию кожи. Ополаскивание волос отваром придаст блеск и укрепит волосы. При регулярном применении их рост ускорится, а сами волосы станут более крепкими. При хроническом геморрое и особенно при обострениях можно делать ванночки из запаренной пачки лавра. После остывания до приемлемой температуры нужно сесть в таз и провести в таком положении не менее 20-30 минут. В случае хронической отечности тканей в области ног и под глазами настой 5 лавровых листов на 1 литр воды будет способствовать ее уменьшению при внутреннем приеме 3 раза в день по 1 стакану. Другой положительный эффект – это выведение избытка жидкости и натрия не только из мягких тканей организма, но и очищение суставов от солей кальция или мочевой кислоты. Для чего еще можно использовать лавровый лист? Другой проблемой для рассмотрения в этом выпуске станут обильное высыпание прыщей даже в относительно немолодом возрасте. Проблема комедонов и других дефектов кожи часто наблюдается и в 30-40 лет. В таких случаях поможет следующий рецепт. 10 грамм лаврового листа залить 1 стаканом горячей воды. Прокипятить смесь в течение 10 минут, затем остудить и процедить ее. Хранить отвар можно около 1 недели в холодильнике. При этом следует часто протирать лицо ватным диском, смоченным готовой жидкостью. Могут ли быть противопоказания для внутреннего применения лаврового листа? В первую очередь необходимо соблюдать разумные дозы. Помните, что однократный прием больших объемов лечебных средств не сможет радикально и быстро улучшить самочувствие. Основные противопоказания связаны с дисбалансом следующих систем организма. Патологии желудочно-кишечного тракта. Дисбаланс обмена белков в организме. Пониженная сворачиваемость крови. Наличие камней в желчном пузыре. Недостаточная функция почек. Обширное поражение печени. Другие противопоказания связаны с вынашиванием детей будущими матерями. Хотя абортивная способность не является доказанной, рекомендуем исключить подобный риск. Но и противоположного результата в виде осознанного аборта добиваться таким способом ни в коем случае нельзя. Связано это с вероятностью самых серьезных последствий для организма женщины. В период грудного вскармливания необходимо проявлять обычную осторожность. При наличии противопоказаний рекомендуем проконсультироваться с врачом. В некоторых случаях методики народной медицины становятся эффективным дополнением к основному курсу лечения.